Что, перебрался в этот гараж? Сегодня на металломе трубу оцинковочку взял новую. Вот такой нету сейчас. Ну, вот такую взял. Ну, диаметр практически тот же, но пока портить ее не буду, оставлю в покое. Может быть, просечного листа взял. Смотрите. У меня же все это фантазия сюда сделать забор. И две вот такие маленькие пластинки железочки взял. Я думаю, это 5 нахер. 1000 рублей. Вот вторая лежит. Короче, деньги, бумагу на металл меняю постоянно. Вот эта штука для сверл будет. Приварится на стенку и будет сверло сюда вставлять, которое мне надо. Колечки я еще вчера нарезал на станке. Надо их доварить сюда. Но не хватит. Надо... Вот трубу взял еще одну, но она... Она, короче, не та. Кстати, у меня может быть такая труба-то есть, кусок там лежит в пачке, а я не знаю об этом. Я взял вот такую оцинкованную. Ну, а что, она новая оцинкованная? Явно куда-нибудь пригодится, да? Блин, за трубой сегодня за этой не съездил, за буровой. Забыла лень, а? Только сейчас вспомнил, что буровую трубу я хотел взять. Я забыл. Забыл про буровую трубу я, блин, а? Лошатыми кантары. Съездить надо за трубой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, здесь что-то этой трубы не видно. Вот такая же цинкованная лежит. Да, такой не вижу. Железно, черная есть. Больше пока. Значит, я ее всю порезал. Тут есть вот у меня еще для съемников. Вот они. Но эти я портить не буду. Короче, подождем, пока появится еще что-нибудь на помойке, чтобы нам не портить. Мне не к спеху. Как не к спеху? Я уже год почти это хочу сделать. Но металлисты сказали, даже на вроде как скоро подвести эту трубу. И тогда продолжим делать эту штуку. Подсверла. Как я вот вчера нарезал. Так, сейчас буду приступать с этой фигней заниматься. Мне нужно вварить сюда кант по рычагу. Я примерился. И понял то, что мне надо кант внутри сделать. Приварил к шпильку, к болванке. Попытался на холодную, нихуя. Болванка крутится. Сейчас резак быстро нагрею, нахрен все это дело. Нагрею, загну. Это мне нужно, чтобы компенсировать расстояние по месту пружины. Я даже не знаю, как бы я все это сделал. Пробовал без рюкзака, не получилось. У меня лично. Может, у кого-то получилось. Так вот грею, потом отпукиваю
Короче, вот так пока что получается. Сейчас еще немножко сожму. Болванка чуть-чуть не того диаметра, но это подходящее, что было. Потихонечку сейчас посгибаю и продолжим. Ну, вот так вот получается. Такая у меня маска шведская. Отвалилась она от самого корпуса. Корпус не родной, не от этой хуйни. Она же должна здесь подниматься. Ну, как обычно, в Раше же наебалово. Вот такую, короче. Ну, так руками держу. Speed Glass называется. Made in Sweden. Так. Вот так я сделал. Прихваточки поставил. В принципе, я думаю, нормально все. Сейчас все стоит. Не телепается. Зазоры по краям вроде бы как правильные. Вот только что я прихватил. Ну, вот с этой стороны вот так вот. Где-то дырка больше, где-то меньше. Но, в принципе, меня это не особо смущает. Почти готово. Ну, эту можно потом закрыть в конце. Сейчас главное вот это все сделать. И схватиться к рычагу. Ну, рычагу схватиться этой площадкой верхней я прихвачусь. Схвачусь. Тут дырка нормальная. Тут как раз больше удобно будет просунуть и через шайбу зажать. Я думаю, что должно все получиться. Будет, наверное, удачный эксперимент. Наверное. Посмотрим, что. Наблюдаем дальше. Промежуточная. Вот она, версия. Не знаю, изнутри-то нет смысла заваривать. Он же у меня просто как ограничитель. Упирается это, в принципе, должно на эту по плану. Но с этой стороны вот так получилось. Вставку потом вставлю. Если кто не понял. Все. Вот сейчас четко стоит стакан. Ничего никуда. Ну, так вроде бы, судя по отверстию сайлентблока, вровень выпирать, ну, что-то около... Около дела. Посмотрим, когда туда засунем, что как будет выглядеть. Так, вторую то уже отрезал. Еще одну. 6,5. Вот она лежит. Немножко торцанул, чтобы более-менее аккуратная была. Ну, как-то зажал, может, вот так вот. Ну, как-то что-то торцанулось. Ну, так, один черт потом здесь вырезать тут надо будет. Под пружину такую часть, но пока я не буду это делать, не хочу я сейчас это делать. На сегодня уже, мне кажется, хватит. Потому что уже 1:30. Думаю, что оставлю я затею с вырезкой, по идее. Так. Ну, вот такая система. В принципе, все, по идее, должно работать. Можно вообще-то ставить уже на машину. А уже этот вот потом доделать. Окно я в конце поставлю. Вначале закрою крышкой. Здесь сделаю ограничитель. Ну, стойку. Здесь какую-то кусок трубы и... чтобы болтом прикручивать снизу с гайкой, а потом уже это лючок закрою. То есть я через него буду смотреть. Пока вот такая стадия. Завтра, по идее, бы все это примерить. Ну, это тоже целый день. Примерки, прихватки.